в Анапе. Как познакомиться с красавицей? Просто пойти купаться на закате. И я думаю, что ей это понравится. Такое знакомство будет фантастическое. Эх, давай, красавчик, ныряй поближе уже. Вот это просто, я думаю, самые крутые эмоции, которые только могут быть. Золотое море, черное, Анапская бухта. Ох, как же это круто. Я даже не представляю, какие сейчас ребята испытывают эмоции от того, что ныряют, кувыркаются, зажигают, удовольствие получают. Чего еще, как говорится, хотеть, о чем еще мечтать, ребятки. Я думаю, что каждый может себе такое позволять. Эй, очень круто. Это что? О, даже вот так вот уже снял один носок и пошел гудок. С другой стороны, здравствуйте.